Снова здравствуй! Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Анна, и сегодня я буду с вами открывать свой заказ из компании Avon. Кто бы что ни говорил мне про Avon, очень часто пишут злостные, злобные какие-то комментарии. Кому нужен ваш Avon, я там уже не заказываю, хорошо живу. Ваше право что-то заказывать или нет, эта компания... часть как бы моей жизни. Я здесь, собственно, работаю координатором. Также у меня есть клиенты, кое-что я беру себе. И если взять относительно роликов, всегда ролики Avon набирают максимум просмотров на всех моих каналах. Что касается YouTube, всегда набирают несколько тысяч просмотров заказ Avon, листалки Avon. Поэтому это самый большой вообще запрос по, как бы, по моей статистике видео. Также на Яндекс.Дзен больше всего просматривают ролики Avon. Из чего я делаю вывод, что эта тема очень вам интересна. И если вам не интересно, просто не смотрите. А я снимаю для себя и я снимаю для тех зрителей, кому нравятся распаковки Avon, продукция. Кто любит ее, кто интересуется, добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео и приглашаю к просмотру. Начну с того, что сегодня у нас жара, 30 градусов жары, у меня стоят прекрасные здесь цветы. И сегодня на мне вот такой аромат, это лак Eau Soufre. Посмотрите, сколько я использовала, пол флакончика этой тридцатки я выносила тоже, знаете... Очень быстро я в него влюбилась, аромат мне понравился, аромат на мне очень интересно раскрывается. Здесь есть орхидея, и орхидея заявлена, по-моему, в базе, в пирамидке. Очень красиво раскрывается на мне этот аромат, несмотря на то, что он вначале звучит немножко как унисекс, но яркий лимоновый старт с бергамотом. Далее у нас идет там роза. И очень красивый розовый перец, кстати, мне очень нравится, как на моей горячей коже в жаркую погоду звучит этот аромат. Сейчас я его распылять не буду, потому что у меня сейчас будет большая распаковочка. Мы с вами протестируем один аромат новинку и два аромата. Надеюсь, пробники мне пришли. Я сниму отдельное видео и сниму отдельные ролики, обзоры на новинки аромата. А этот ароматик я советую всем, кто, например, любил аромат Avon Luck Limitless. Они, конечно, разные, но направление мне очень это понравилось. И мне нравится, что здесь именно 30 мл. У кого большие парфюмерные коллекции, кто не любит большие флаконы, 30-ка очень удобно. Лично мне очень понравился вот эта версия, вот такой фланкер, аромата флаг. Оставлю его здесь, чтобы он не напоминал. Итак, у меня сегодня коробка 9,5 килограмм, потому что у нас снизили цены, потому что платиновый клуб обновился. Если вы были в платиновом клубе, то смотрите, сейчас очень хорошая программа за 6 баллов. У нас просто шикарные ароматы, просто шикарные подарочки можно выбрать. То есть я копила свои баллы. Ну, давайте приступим. Девчонки, просто супер. Ну что ж, у меня здесь есть бумажная накладная, но, как вы знаете, новости. Мы переходим скоро на электронные накладные, которые вы можете распечатать, либо посмотреть в своем личном кабинете. История заказов, нажимаете нашу фактуру, там открывается. Может быть, не в первый день, но во второй день обязательно она откроется. Ой, в общем, давайте смотреть. Я буду брать все, что попадет мне в руки, и буду вспоминать, что это такое. Первое, что мне попадает, это свежесть океана, пена для ванн. И, по-моему, это у меня пена для ванн, которую я взяла по баллам. Насколько мне не изменяет моя память. Да, свежесть для душа 1 литр. И вышла мне эта пена в 30 рублей. Это мой заработанный продукт, который я заработала, собирая заказы в самый тяжелый квартал этого года, когда у нас поднялись заказы. Поэтому эту пену я оставляю себе. С ароматом листьев бамбука и мускуса, с натуральными экстрактами. И, кстати, да, упаковка у нас подходит для переработки. Если вы собираете отдельно пластик, то эта тема для вас. Поехали дальше. Так.
Очень хорошие у нас были представлены наборы при покупке любого средства. С некоторых страниц можно было взять набор всего лишь за 499 рублей, и на него у нас проходила маленькая скидка. Свежесть океана, гель для душа с ароматом листьев бамбука. Этот аромат подойдет как и мужчинам, так и женщинам. Сюда же у меня что-то заказное было. Там можно было выбрать на страничке на этой три любых продукта. Пена для ванны Bubble Gum. Просто пахнет потрясающе. Я вам рассказывала, моя подруга даже моет им голову. Я вам делать этого не советую, но она моет и сказала супер. Так, дальше. Свежесть океана. Второй у меня такой. То есть вот такие три средства можно приобрести за 499 рублей, если вы что-то взяли с определенных страниц. Еще одна у меня пена с ароматом Bubble Gum. Просто потрясающий запах, на всю ванну стоит, действительно как жвачка. Это просто супер. Еще один такой же гель для душа. У меня таких несколько наборов будет. Так, один из наборов у меня был с вот таким средством для интимной гигиены, с экстрактом ромашки. Просто прекрасная цена у нас выходила. Так. Ага. Это корзиночка. Что здесь еще? Так, это у меня, давайте посмотрим, по фокусу. Райские пески, гель для душа с ароматом кокосовой воды и дракон фрукта. Вот так. Это пена для ванн новинка. И вот такая новиночка. Сейчас мы откроем и протестируем. Это я взяла по фокусу. Ни разу еще с этим никто не был знаком. Если кто-то до меня первый снял, классно. Ой! Ну, она похожа, в принципе, на линейку Фламинго. Тоже что сочная, фруктовая, тропическая. Просто бомба. Сладко, очень сладко. Сочно, ярко, будоражаще. Классно на лето. В общем-то, все лимитки, которые... Ну, я думаю, что это будет лимитированная коллекция. Хотя я не знаю, не указано. Для того, чтобы нам разнообразить, так сказать, вот наш репертуар гелей и пенок для душа, да. Потому что одно и то же часто надоедает. Ну, я думаю, что гель для душа будет пахнуть... Угу. И арбуз, и дыня, и здесь что-то такое сладкое, и кокосовая вода. Что такое драгон фрукт, я не знаю. Ну, собственно, пахнет тропическими фруктами. Очень приятно и классно. Так, здесь у меня... Еще одно вот такое деликатное средство. Это было все у меня в наборе на заказ. Так, вау, морская лагуна, 200 рублей, пол-литровый гель для душа. Это у нас была онлайн распродажа. И я считаю, что это прекрасная цена за пол-литра 200 рублей. Так, дальше. Еще из онлайн распродажи. У меня есть клиентка, которая постоянно заказывает вот такое средство. Освежающий спрей, дезодорирующий. С витаминчиком Е. Я клиентке отдам. Она очень ждала его. Несколько каталогов его не было. Так, так, так. Каталожек мне вложили. Новый. И смотрите, у нас будет новенькая водичка. Little Black Dress Lace. Супер. По идее, у меня должен быть пробник. Если его нет, то упс и увы. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Кстати, пробника нет почему-то. Может быть, я его не заказала. Сейчас посмотрим. Девчонки, пробника не вижу. Ну, ладно. Так, что здесь еще мне пришло? Так, у меня здесь вот такой набор. Вот такой у меня здесь наборчик. Зеленое яблоко, пена для ванн. Большой и маленький флакончик. Вот так это выглядит. Это тоже у меня, по-моему, по программе платинового клуба за 60 рублей. А что здесь у меня еще есть интересненького? Это новиночка. У нас в линейке Summer. Summer White Гавайи. Я с ним не знакома, и я очень заинтригована. Мне хочется протестировать эту туалетную водичку. Линейка Summer White довольно-таки популярная. И очень есть ароматы в ней, которые любят мои клиенты, любят вообще, в принципе, люди. Я сама к ней отношусь спокойно. Я люблю немножечко другие категории ароматов, но уважительно отношусь к этой линейке. Давайте протестируем. Мне понравился розовый флакончик. И я решила, что я себе возьму. Сейчас эта водичка стоит 499 рублей. Давайте мы ее сейчас протестируем.
Вот так. Классно. Она свежая. Здесь заявлена у нас кокосовая вода, цветки, по-моему, франжипани и дерево дрифтвуд. Я думала, она будет сладкая, а она свеженькая. Я даже какие-то цитрусы не слышу. Мне в нем мерещатся, девчонки, простите, мерещатся цитрусовые нотки. Что-то такое щекочущее нос, нежное, цветочное. Можно на себя. Но он легенький, он не плотный аромат, не сладкий. Кокоса я здесь слышу совсем мало. Чувствуются здесь мне какие-то такие цитрусовые, может быть, что-то такое щекочущее нос. Мне нравится. Я не знаю полную пирамидку этого аромата. Если я поищу и найду, я при редактировании видео вставлю. Если не найду, то не найду. Но у нас в каталоге есть три нотки. Обычно в таких ароматах чуть больше нот, чем три. Он свеженький. Если вы любите свежачки легкие, то смело берите, если вы любите вообще линеечку Summer White Gavai. Приятный, освежающий аромат, летний, отпускной, романтичное настроение какое-то такое, не тяжелое, ничего меня в нем не отталкивает, не напрягает. Знаете, вот линеечка ананас, она яркая, очень красивая, вначале нотка ананаса, а потом он какой-то вот базы не очень приятный здесь. Ну, сразу говорю, навряд ли этот аромат будет долго держаться. Имейте в виду, что это такой компот, это поливашка. То есть, если вы дама, которая любит шлейфовые ароматы там, с каким-то раскрытием, то, конечно, это будет мимо вас. Если вы любите что-то такое непритязательное, такое легкое, знаете, спреи, мисты, то, в принципе, берите, и этот флакончик вам зайдет прямо месяц поливаться им. Как говорится, попользовался и выбросил. Ну, ничего, так понравилось мне. Приятненький ароматик, розовый. Мне нравится, что вот он розовый. Такая непритязательная упаковочка. В принципе, для девчонок вот подойдет. У меня дочка любит такие дарить воды своим подружкам. Вот 16 лет. Хотя я тоже могу такими пользоваться. Скажу сразу, я не фанат линейки Summer. Но почему бы, собственно, иногда и нет. Так, давайте покажу, что у меня здесь еще есть. У меня еще одна коробка. Осталось не забрать, у меня, кажется, было две коробки, не только 9 килограмм. У меня сейчас просто мой муж поехал за второй коробочкой. Сейчас он ее привезет, и я вам покажу, что у меня было еще. Да. У меня, значит, просто часть призов моих пришла, а часть нет. Сейчас жду его с коробкой и продолжаю вам снимать. Бабамс, я вернулась. Продолжаю нашу распаковку, подъехала моя вторая коробочка. Спасибо большое, мой муж не тонулся до пункта выдачи и привез ее мне. Я пока сидела, как раз тестировала здесь водичку Summer White Gavai. Она все-таки с какими-то цитрусами, шероховатыми нотками. Может быть, там есть бергамот, мандарин, что-то в такое в нем есть. Ну, по крайней мере, я так слышу. Девчонки, вы когда мне пишете, что нет, это не так. Ну, конечно же, у нас у всех, у нас с вами разное восприятие. Я себя каким-то экспертом парфюмерии не приношу. Я снимаю свои заказы, свои распаковки. Мой канал, моя душа. Вы все это знаете. Давайте откроем еще одну коробочку, потому что здесь как раз-таки должны быть самые интересные новиночки и часть моих призов. Вау! Девчонки, первый раз так мне вложили вот такую штучку. Avon пятерочка. Первый раз. Это для того, чтобы у нас не билось ничего, не мялось. Супер, супер. Да. Вот они мои заказики. Потому что я открыла и поняла, что части нету моих заказов. Ну что ж. Вау. Столько всего вкусного. У меня сегодня классный заказ такой. В общем, там 9 килограмм. И в этой коробочке еще кило 220. То есть получается у меня больше 10 килограмм. Коробочка. Так, давайте посмотрим. По призам платиновому клубу я взяла. Получается, так, пена зеленое яблоко я взяла. Я взяла вот такой наборчик, спелый арбуз. И здесь у нас Color Trend, тоже бальзамчик, Candy Corn. Вот такая парочка, тоже 60 рублей на мне вышло. Тоже в районе
3 балла, наверное, да, платина копит баллы, но, девчонки, сейчас у меня нет платины, представляете, я слетела до уровня серебро, то есть у меня теперь скидка 15-20%, ну, собственно, я не расстраиваюсь, как бы, будут заказы, будут, не будут, значит, не будут, я не гонюсь. Были когда-то заказы, хорошо, сейчас их меньше, потому что цена где-то поднялась, но вот вы видите, ценник спустился, и клиенты с удовольствием идут и покупают. Так. Это у меня пена, я так полагаю, из этих же наборчиков. Вот из этих. Еще в тех же наборах по 500 рублей масочка, драгоценная масла, маска бустер с комплекса 5 масел. Клиенты мои очень хорошо восприняли эту акцию. У меня заказали 4 набора. Ну, единственное, что один набор у меня заказали, когда я уже отправила заказ. И, возможно, я буду еще один заказик собирать. Потому что у меня несколько номеров, можно выбрать подарки. Так, дальше. 6 баллов. 60 рублей. Avon Luck. И к этому аромату вот такой еще карандаш. Lip Liner Deep Plum. Вот такая парочка. Это заработано. Руками, ногами, головой. Так, здесь у нас контур какой-то для губ. Ну, он идет вот такого оттеночка. Так, супер. По-моему, это очень классно. Если у вас уровень платина, заходите в свой личный кабинет, смотрите, сколько у вас баллов, и от 6 баллов выбирайте свои призы. Следующий приз. Maxima Icon. И тоже вот такой карандашик. Вот такая парочка. Вот так это выглядит. Maxima Icon. У меня есть аромат открытый. Также я его получала по какой-то еще бонусной программе. У меня есть на продажу и также в запасиках аромат. Очень интересный, стойкий, с ноткой кожи, с иланг-илангом. Знаете, такой незамыленный, интересный, приятный аромат. И вообще Maxima Icon, она уже больше такая к дорогим линейкам, не бюджетная. То есть, если Summer White это более бюджетная линейка, то Maxima это у нас уже идет, ну, более премиальная линейка, там и ценник другой. Ой, так, что-то тут у меня еще есть. Это еще не все, девчонки. У меня есть заказ. Вот такой. Тушь Супер Шок. Клиентка заказала. 399 рублей. И еще одна тушь Unlimited. Unlimited у меня тушь была. Она очень даже хорошая. Вот Супер Шок лично я не очень люблю. Моим ресницам она не подходит. Unlimited у меня была. Причем я ее использовала с праймером. Я недавно снимала косметичку. Если вы смотрели, я рассказывала. Я ее с праймером использовала. И вообще без праймера. Тоже хорошо вытягивала реснички, там изогнутая силиконовая кисточка, мне нравится. Вот Супер Шок мои реснички не любят. Я люблю кисточки, которые вот идут как бы дугой и силиконовая. Хотя Супер Шок, она тоже силиконовая, но там прямые такие. Так, вот они, пробнички. Так, на пробнички сниму отдельно видео. Мы с вами разберем эти ароматики, я сегодня их протестирую и выложу видео на днях про новинки. Сейчас я этого делать не буду. Так, дальше у меня. Я не помню, что там с чем там было. В общем-то, вот такой аромат. Individual Blue Free. И, по-моему, вот эти пенки зеленые тоже. Это у нас тоже по баллам я взяла. Это мой платиновый клуб. Девчонки, используйте баллы. И все, я уже свои не коплю, потому что я, собственно, из платинового клуба вышла. Можно было еще ждать призы, пока поменяются, но такие призы, это просто супер. Также обновили там за 13 баллов есть, за 11 баллов. Так что платина, VIP-платина, заходите, смотрите баллы. Если вам не написал ваш координатор, трепите координаторов. Вот я, например, пишу всем своим консультантам. Всегда какие у них программы. Если они не знают, они всегда могут ко мне обратиться, и я поищу, найду, все расскажу. Так, продолжаем дальше. Дальше у меня еще интенсивно увлажняющий крем для ног. Это заказала соседка моей мамы, тетя Надя. У меня такая есть. Она всегда мне что-нибудь заказывает, либо для ножек, либо для ручек. Тетя Надя, я отдам. Так, и еще один приз уровня серебро. При заказе от 3000. У меня заказ вышел на 4024 рубля, по-моему, сумма к оплате, да, 4024 рубля, смотрите, сколько у меня всего много. Вот такой аромат Viva La Vita и Attraction, это за заказ от 3000. Я выбрала такой наборчик себе за 80 рублей. Также там есть на 6000, если размещаете заказ, серебро и золото, там одинаковые подарки. Там можно было выбрать более премиальные ароматы, но у меня не набрался такой заказ, поэтому я взяла
этот наборчик. Attraction, приятный сладкий аромат с ежевикой, такой восточный, нежный, приятный, обволакивающий, шлейфовый. Ну и Viva La Vita у меня часто берут знакомые мои, спрашивают, легкий аромат. Сама я не фанат этого аромата, но многие, знаю, его любят. Так, и еще у меня осталась новиночка. Мы сейчас ее откроем, посмотрим. Это вот такая маска. Там у нас сейчас в фокусе вышло несколько масок. Я так полагаю, с авокадо маска повторяющаяся, маска пленка с огурцом повторяющаяся. А вот такой маски, по-моему, у нас еще... Ну, вот пока я в Avon не была, я в Avon года 3-4, 3, наверное. Я такой не помню, с экстрактом грейпфрута. Сияние и ровный тон. Грейпфрут, я так понимаю, должен быть у нас какие-то, возможно, там кислоты. Я здесь уже вижу, что здесь есть в составе цитрусовый экстракт, собственно, самого грейпфрута. И, надеюсь, немножко тут будет он мне отшелушивать. Ну, я так надеюсь, 5-20 минут. Я сегодня же вечером использую эту масочку. И, возможно, напишу пост в Яндекс.Дзен. Там посты хорошо читаются. Если вам интересно, ссылочка на мой Яндекс.Дзен всегда под видео. Давайте откроем. Три в одном. Сияние, ровный тон и увлажнение. Так, маска у нас кремовая. Вот так она выглядит. Белая кремовая масочка. Это не глина. А знаете, чем напоминает мне аромат? Аромат мне напоминает линейку «Ровный тон», которая у нас была сиреневая. Такой там аромат специфический. Но грейпфрутом мне не пахнет. Вот, если вы знаете аромат сиреневой линейки «Ровный тон», вот, собственно. Но та маска на глиняной основе, на коалине, это нет. Это вот такая гелевая текстура, кремовая гелевая текстура. Ну, такой обычный аромат, в принципе, не супер-пупер какой-то. 250 рублей, 75 миллилитров. Сегодня же нанесу эту маску и расскажу в посте про свои ощущения. Итак, мое видео сегодня подходит к концу. Я очень рада, что вы досмотрели его. Всем посылаю воздушные поцелуи. Как всегда, атмосферу вам моего добра. Лучики тепла, посылаю и позитива. Всем пока-пока. А если вы еще не зарегистрированы в Avon, обязательно проходите по ссылочке и регистрируйтесь. У нас сейчас скидки, акции, подарки, каждый каталог. И все равно зарегистрированным покупателям быть выгодно. Все, пока.